Всем привет! Это видео о том, будет ли 7-й сезон шоу «Пацанки». В связи с ситуацией ходят слухи, что шоу может и не быть. В марте не вышло шоу «Колледж» 2-й сезон, но съемки шоу «Колледж» шли на Украине. Съемки закончились еще до Нового года, участники шоу давно дома, но съемочная эта группа осталась на Украине, и им явно не до шоу. Съемочная группа «Пацанок» последние годы российская, съемки идут в Подмосковье. Никаких официальных заявлений, что 7-го сезона не будет, не было. На сайте телеканала «Пятница» есть возможность заполнить анкету. По словам некоторых участниц шоу «Пацанки», я Адаши Громовой, кастинг на шоу идет полным ходом. Есть даже конкретная дата выхода первой серии шоу «Пацанки». Это 15 сентября, но думаю, это чье-то предположение. Точно, будет или не будет шоу, узнаем летом, так как где-то в середине лета начинает снимать визитки участниц. На этом все. Любите «Пацанок», подписывайтесь на канал. До скорого!